Подготовке ко Дню знаний сотрудники межмуниципального управления МВД России Одинцовской уделяют особое внимание. Эта работа ведется в течение всего летнего периода. В целях организации охраны общественного порядка контролируются плановые ремонтные работы во всех школах Одинцовского района. Строительные бригады проверяются на наличие лиц, не имеющих права доступа в детские учреждения. В результате рейдов за летний период таких людей было выявлено 6. Это рабочие, которые в прошлом совершили насильственные преступления в отношении несовершеннолетних. Эти люди были отстранены от строительных работ в общеобразовательных учреждениях. А список иностранных рабочих, которые привлекались в летний период к ремонтам в школах, был передан в 6-е отделение ФСБ по Москве и Московской области. На 1 сентября, по предварительным данным, планируется проведение праздничных мероприятий в 75 общеобразовательных учреждениях. Из них это 59 муниципальных общеобразовательных школ, 13 негосударственных школ и 3 техникума. На данный момент совместно комиссионно проводится проверка готовности школ к началу учебного года, а также готовность школ и состояние антитеррористической безопасности. По словам Андрея Шевченко, с каждым днем увеличивается количество частных охранных предприятий, растет численность станичного казачества. Именно это помогает полиции качественнее обеспечивать правопорядок и совершенствовать систему безопасности, которая у них уже создана. Кроме того, в этом году сотрудники полиции будут в полном объеме привлекать к праздничным мероприятиям и добровольные дружины. К 1 сентября для организации безопасности дорожного движения и обеспечения правопорядка планируется задействовать более 150 сотрудников полиции и ДПС. Хотелось обратиться как к школьникам, так и к их родителям. До 1 сентября остаются считанные дни, еще летние каникулы, поэтому обращаю внимание на соблюдение безопасности как на дорогах, так и в быту, на улицах. Старшим школьникам очередной раз хочу напомнить про запрет употребления наркотических веществ, спиртных напитков, табачных изделий, ну а родителям усилить контроль за поведением своих чад. По итогам предоставленной на брифинге информации можно уверенно сделать вывод: межмуниципальное управление МВД России Одинцовское к 1 сентября готовы. Мила Тарасевич, Дарья Сутягина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».